Приветствую всех на нашем канале, а сегодня я расскажу про наш парогенератор. Парогенератор очень нужен при копчении, особенно для горячего копчения, для мяса, для колбас, для доваривания. Ну, вы сами прекрасно понимаете, что без парогенератора, конечно, процесс копчения очень ухудшается, а парогенератор упрощает. Поэтому мы производим парогенераторы, и парогенератор наш отличается принципиально от всех, которые представлены на рынке. Значит, чем он отличается? Мы постарались сделать очень прочный, надежный парогенератор. Парогенераторы наши сделаны на металлическом каркасе, цельносварном из металлических труб. И он двухъемкостной. В первую емкость заливается первично вода. Вода заливается в емкость двумя способами. Можно наливать просто сверху из какой-то колбы. И второй вариант, это сзади здесь есть, значит, у нас еще штуцер, куда можно подключить через систему водоснабжения постоянный поток воды. Ну, обязательно через фильтры, потому что вода в парогенераторе должна быть обязательно фильтрованная, очищенная. Значит, как теперь это работает? После того, как сюда поступила вода, вода по шланге переходит во вторую емкость. Вторая емкость полностью сделана из нержавеющей стали. Там уже установлен ТЭН, и происходит момент парообразования воды, превращается в пар. Значит, как я говорил, сделано из нержавеющей стали и очень утеплено все. И дальше по нержавеющей трубке выходит уже пар в коптильню, либо куда вам нужно. Наш парогенератор можно использовать не только для коптильни, можно и там в саунах использовать, еще в любых моментах, где вам необходимо. Установлена система поплавков. Значит, есть поплавок, который не дает переливаться воды, лишняя вода не подступает. И есть специальный поплавок, это защита от холодного пуска, сухого, вернее, пуска. Это когда вода закончилась, парогенератор отключается, и ТЭН не выходит из строя. Также конструкция нашего парогенератора очень проста эксплуатации. Если вдруг он выходит из строя, все детали, из которых он сделан, продаются в магазинах, и вы можете легко заменить, причем используя всего лишь там плоскогубцы, элементарные знания кладочного ключа. ТЭН закручен на болты путем флянцев. Здесь у нас есть предохранитель ТЭНа. Контакторы используются тоже, те, которые продаются в любом магазине. То есть наш парогенератор всегда будет у вас в строю. Включается он очень простым способом. Значит, справа кнопка, и включили вверх, и загорается контрольная лампа. Все, буквально в течение 5 минут происходит закипание и образование пара. И пар начинает отсюда выходить. Все, и парогенератор работает столько времени, сколько в него будет подаваться вода. То есть у нас парогенератор непрерывного цикла. Он может работать у вас столько, сколько вам нужно. Парогенератор доваривает продукт после копчения. После того, как вы обработали дымом, парогенератор доваривает продукт. Соответственно, у вас получается продукт более сочный. Для колбасы, для производства сосисек, вареной колбасы, он просто необходим. А для копченых продуктов уменьшается усушка, вот, происходит варка. Ну, я не буду рассказывать детали о том, как правильно коптить. У каждого коптильщика свои рецепты. Но все прекрасно знают, что для того, чтобы правильно закоптить, нужен правильный дым, нужна температура и нужен парогенератор.